В наши дни невозможно представить культурную и общественную жизнь Москвы без центрального дома журналиста. Здесь проводятся пресс-конференции известных политических деятелей, устраиваются международные круглые столы, творческие встречи со знаменитыми артистами и писателями, выставки работ талантливых художников. Именно здесь недавно прошла персональная выставка работ Александра Арта «Формоцветные социумы» и презентация его философского романа «Юродивы». Выставка полностью оправдала наши ожидания. Высокая посещаемость говорит о том, что современное интеллектуальное искусство пользуется успехом у зрителя. Замечательная выставка, свежие идеи, очень интересные. Мне понравилось. Потрясающе провела субботний вечер. То, что я увидела сегодня, подтверждает, что в современном искусстве еще существует красота, доброта и человечность. Работы художника на этой выставке отличаются от произведений современного искусства, которые больше направлены на поиск темных сторон личности. Я надеюсь, что таких выставок в Москве будет больше.